Отец, можно, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Не соврала. Идем, закончим дело. Дорога завалена. Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание.
Куда мы? Вход же был там. А ты торопишься? Нет, обычно торопишься ты, а я всегда рад осмотреться. Помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Пройти нельзя, но есть чаша с песком. Что тут сказано? Ни куз с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. Что, смола? В пещере? Странно. Это не то. Тут было что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Все без толку. Йоса! На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелся. Что происходит?
думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великана. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны — просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Он такой один. Я готов. Готов. Это что? Ха!
нас сильные враги. Еще один кристалл. Ты только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Go!
такой, Атрей? Прости, я отвлекся. Смотри. Ладно. Так, запишу это в дневник. Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Прочесть можешь? Слушаюсь. О, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю.
сын. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Лучше. Что это значит? Слушаюсь. Из четырехколетнего мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Продолжай! Я не готов!
вершину, конечно. Ищем путь наверх. Высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Петеля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Как думаешь, кто зажег тут факел? Но тут свет не нужен. Смотри в оба. Хватит! Ну я же просто... Ладно. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Похоже, тут что-то перевозили.